Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам необходимо выразить все свои чувства. Выразить все свои чувства, чтобы получить возможность принять все свои чувства, чтобы получить обратную связь, чтобы рассмотреть свои чувства, понять, что, как и почему вы ощущаете. Это, на мой взгляд, предельно важно. Это, на мой взгляд, предельно важная история. Вот. Дальше. Значит, до тех пор, пока у вас нет диагноза, то есть вот диагноза, что у вас именно депрессия, я думаю, что ну, говорить о наличие именно ее депрессии нельзя. Вот. Это то, что я хотел, вам сказать. То есть вот, ну, непосредственно, да, непосредственно относительно вот того, что вы, значит, ну, написали, вот, относительно того, что вы написали. Дальше. Судя по тому, что вы так переживаете, вы восприняли уход своего мужа на свой счет. С одной стороны, и он чересчур, очевидно, ну, чересчур и слишком много для вас значит, то есть вы слишком сильно в нем, видимо, растворяли, слишком много вашей жизни зависело от него. На мой взгляд, это крайне негативная история, вот. Потому что она дискредитирует, очень сильно дискредитирует вас. И этот момент необходимо корректировать. То есть, что это значит, да? Ну, вот что значит необходимо корректировать? Необходимо корректировать, это значит, что помочь вам обрести самостоятельность в известной степени, в некоторой степени помочь вам именно обрести себя уже, возможно, без своего мужа. Вот. То есть, с одной стороны, это рассмотреть, как вы восприняли его уход со всеми нюансами. С другой стороны, это увидеть, что вы, соответственно, потеряли, вот, что вы потеряли для себя в этой истории, то есть, что вы потеряли, когда он от вас ушел, к примеру, ваш муж. Это очень тоже важная история, это очень тоже важный момент, вот.
И, соответственно, уже вот где-то на основании всего этого можно уже будет сделать выводы, в каком направлении нам с вами двигаться с точки зрения психотерапии вашей. Вот так примерно можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и не забудьте обязательно обратиться к врачу, чтобы он либо опроверг, либо подтвердил диагноз депрессия. Всего вам самого доброго и удачи!